своим дедушкам. Дедушка Саши, Бродников Константин Семенович, всю войну прошел в секретном отделе, разрабатывал взрывчатые вещества и снаряжение для морских боеприпасов и подводных лодок. Награжден медалью за оборону Ленинграда и победу над Германией. Дедушки Ивана Бича, Федор Федорович Бич был шофером на дороге жизни и получил медаль Красной Звезды, медаль за оборону Ленинграда и медаль за отвагу. Второй дедушка, Алексей Алексеевич Осетский, был белорусским партизаном. И они свой танец смуглян, землянка посвящают дедам, которые прошли всю войну. Бьется в тесной печурке огонь, на поленях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты белоснежных поля под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. И сейчас далеко, далеко между нами снега и снега, до тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Пой гармоника в юге назло, заплутавшая в счастье. Зови мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Спасибо огромное Александре и Ивану за чудесный танец, за прекрасное катание. И мы очень тоже верим, что на следующий сезон для вас сложится и что вы станете чемпионами. Спасибо.